Крышка светильник для прямоугольного аквариума с размерами длина 50, ширина 30 сантиметров. Крышка черного цвета с отверстием для кормления, с технологическими выходами по обеих сторонам для шлангов и электричества, а также со встроенным светодиодным светильником мощностью 7,5 Вт с выключателем на проводе. Вот технологические выходы, а также по всему периметру идет утолщение для съема конденсата, чтобы он обратно в аквариум падал, а не наружу вытекал. Также есть крепление для дополнительного светильника. Можно отдельно поставить второй светильник.